На обед пельмени по-телиутски. Так похожи на русские вареники в форме полумесяца. Но даже за импровизированным столом на природе гости не выпускают из рук диктофоны. Практически за каждым жителем Бекова прикреплен артист Кемеровского театра драмы. И это пока только начало новой пьесы, о сюжете которой пока никто не говорит. Мы здесь находимся на земле, на которой живут телиуты, которых остается все меньше и меньше. И вот это вот мироощущение древнего народа в современном мире нам показалось интересным. С этим мы пытаемся как-то разобраться и понять что-то. Тема обрядовых свадеб, тема животных и самая сильная, как считают театралы, тема мистическая. Эти сюжетные линии в новой пьесе будут точно. А вообще, по словам драматургов, все будет зависеть от того, какие истории соберут актеры от своих нынешних героев. Театралы общаются с телеутами, что называется, делают слепок, копируют образ. Здесь важно все – внешность героя, речь со всеми паузами, речевыми оборотами, чтобы потом на сцене воспроизвести персонажа максимально точно. У каждого жителя Бекова своя история жизни. И стать героем нового спектакля может каждый. Этот народ подарил нам гораздо больше сюрпризов, которые мы вообще не рассчитывали на такое. То есть очень богатый материал. Мы каждый день выезжаем с группой артистов. В первые дни группа артистов была 30 человек. Сейчас, ну, примерно 24-26, потому что остальные расшифровывают материал, который мы собрали. Актриса Ангелина Стадникова наблюдает за малейшим жестом своей героини. Интересно все до мелочей. Легкое движение, любое случайное слово. Мироощущение телеутов в современном мире. Что чувствуют коренные народы, держа в руках фен, когда ведут машину, когда шьют одежду, которую носили предки. Я помогаю ребятам как бы найти нужные типажи, нужных людей, как бы, чтобы они могли подсмотреть какие-то характеры, какие-то манеры, какие-то поведенческие моменты подглядеть, ну, чтобы люди были интересны, колоритны. Каждый второй житель поселка Бекова стал участником театрального эксперимента. Работа над спектаклем о коренном народе завершится премьерой. Состоится она в ноябре.